Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире наше неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники все вы, которые наберете номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а сегодня у нас в гостях, с радостью должен вам сообщить о том, что Юрий Тавах с удовольствием и к нашему великому, как бы вам сказать это правильнее, appreciation. Ну, Юрий понимает по-английски, поэтому мы действительно благодарны Юрию за то, что он согласился с нами сегодня выступить. Это очень интересно всегда. И для тех, кто не знает, Юрий Тавах, я не знаю, кто, есть ли в Америке такие люди, которые вас не знают, но Юрий Тавах — это капитан первого ранга ВМФ, военно-морских сил нашей страны, Америки. Это человек, который занимает очень активную такую политическую позицию на Facebook. Я всегда с удовольствием просматриваю посты, которые он ставит, и обсуждения, которые часто заводятся на Facebook. Поэтому сегодня предвкушаю очень интересную беседу. Итак, Юрий, здравствуйте, добрый вечер по-вашему. Привет, Чикаго, привет всем, кто нас слушает. А слушает нас совсем немало народу, так как у нас, в отличие от вас, все-таки буквально середина дня, поэтому все бодрствуют, это вы у нас там полуношничаете, за что вам огромное спасибо. Итак, Юрий, давайте мы, может быть, начнем с того, я действительно, это интересная тема, я ее, к счастью, буквально вчера успел услышать, это то, что якобы отравили Алексея Навального. Причем отравили как-то интересно, судя по его показаниям или утверждениям, его отравили чаем во время полета. Что вы знаете по этому поводу? Я тоже знаю примерно то же самое, что и все знают. Истории идут разные, отравили чаем. Но если отравили чаем, ну совсем уже нету фантазии, совсем это не то КГБ, которое мы все смотрели, про которых мы смотрели кино, от которых учились даже израильтяне, американцы, контрразведки, потому что у них было столько фантазий, столько оригинальных вещей они могли придумать. И то, что они уже отравят, по-моему, уже это вторая дюжина, по второму кругу пошли, что они травят чаем, и травят одним и тем же способом. Если это так, я не знаю, сейчас надо это доказать. Надо это проверить, но я не думаю, что мы найдем или узнаем правду, пока Навальный будет находиться в больнице в России. И, ну, я надеюсь, его в скором переведут куда-нибудь на Запад, и тогда мы, наверное, узнаем, как и чем его отравили. Ну, то, что или его отравили, как там было, ну, я думаю, что, конечно, таких совпадений не бывает. Ну, нет у них никакой фантазии. Никакого творчества в этом не присутствует, потому что это тоже своего рода надо иметь такое мышление, талант, как, допустим, там отравить и любить человека зонтиком. Да, вот эта вот травля, она бездарная, конечно, потому что они прекрасно понимают, что если это попадет на Запад, все будет выяснено очень быстро. Естественно. Но травят постоянно. Я даже вам скажу такую вещь, что пару лет тому назад многие посчитали, что и меня отравили. Я попал в больницу с очень тяжелым отравлением. Я так понимаю, что я ничего такого не ел. Кроме, я вообще ем такие вещи очень обыкновенные. Там хлеб, мясо, картошку. У меня нет никакого чего-то заурядного, чтобы, чем я мог отравиться. Я не ем там. Ну и пьете вы только свежие алкогольные напитки, правильно? Вы им не даете прокиснуть. Да, поэтому, ну вот то, что они говорят сейчас в российских СМИ, это, конечно, тоже очень смешно. Например, объявили, что хозяин кофейной, где он пил чай в аэропорту, сказал, что он изучит видеонаблюдение, которое стоит у него в кофейне, когда там Навальному подносили чай. Понимаете,
это хозяин кофейни будет изучать это видео. Да, да, да. Значит, вот он изучит и уже доложит там ФСБ, милицию, что он такой, он будет варить кофе и изучать вот видео такой следователь. То есть я так понимаю, что ФСБ, он не доверяет расследованию? Или они доверяют ему, я не знаю, не дай думать, что он лучше знает, он больше знаток, как смотреть видеонаблюдение и смотреть, как могли отравить Навального. Или, может быть, Навальный сам себя отравил, он может тоже так изучить, что скажет, нет, вот я видел видео, я его изучал, я хозяин этой кофейни. Угу. Я специалист в своей кофейне, и я видел, как Навальный травил сам себя. Ну да, это типа я истории... Я удивлюсь, если они придут к такому же заключению. Это типа истории про человека, который упал на нож спиной 27 раз и не успел выжить. Да. Ну, я понимаю. Вот это было бы более оригинально, потому что уже надоело, что они травят чаем всех подряд. Или травят духами, или травят еще, ну, постоянное вот это отравление. Видимо, какой-то генерал ФСБ, просто такой поклонник травли. Да ему уже просто надоело заморачиваться. Помните, был такой анекдот, Иванов в газовую камеру. Он говорит, послушайте, у меня от вашей газовой камеры уже вот такая голова. Голова болит, да. Да, ну вот. Выкинули бы с балкона... Да, да, да. Юрий, у нас есть звонок, давайте попробуем. С той стороны собрат. Да, давайте попробуем послушать, у нас звонок есть. Более оригинально. Добрый день, вы в эфире. Ну, я надеюсь, что Навальный его переведут на Запад, мы поймем, я надеюсь, что он выздоровеет. И я думаю, что, опять же, это мои личные предположения, я думаю, что это так было и придумано. За то, что его травануть, перепугать, потом спасти ему жизнь и сказать, слушай, ты вот поехал лечиться на Запад и оставайся. И там и оставайся, да. Юрий, у нас есть звонок, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Юра. Вчера или когда, вот на днях левое издание «Политик» опубликовало письмо многих ведущих политиков нашей страны, в основном демократов, которые предлагают Байдену изменить свою политику, если он станет президентом, изменить свою политику по отношению к России, забыть об захвате Крыма, что там еще было, Грузии, и завершить санкции и по отношению к Ирану, и по отношению к Китаю, и жить с ними в дружбе и согласии. Сможете вы прокомментировать вот это желание наших политиков? Понятно, это ничего тут странного нету. Это будет сделано в традиционной манере, потому что после того, как Россия напала на Грузию, и, можно сказать, там оккупировала Абхазию и Северную Осетию, можно сказать, что и после этого, как только Обама пришел к власти, а Байден — это копия Обамы, это продолжение Обамы и Клинтона, это ихние своры такой. Клинтон приехала, будучи главой Госдепа или Министерства иностранных дел нашей, приехала в Россию с большой красной кнопки для перезагрузки. Все, Грузию, значит, уже забыли. То, что на нее Россия, и вот эта КГБшная крыса решила, что все, как и Гитлер. А ну раз так, значит, мне можно уже захватывать и Крым, Казахстан, и Белоруссию, и все остальное. И дали ему такой зеленый свет. Поэтому, если Байден, не дай бог, придет к власти, но придет не он, а Камала Харрис придет к власти, и они договорятся с Россией, и все, и будет все чин-чинарем, они опять приедут с кнопкой перезагрузки, или, может быть, с другим каким-то инструментом перезагрузки, и все пойдет своим чередом. Китай, опять же, сможет демпинговать все, что они производят, и американский рынок должен будет это поглощать. Сын Байдена будет получать огромные откаты из Китая, как это было раньше. Получать миллиарды и миллиарды долларов для инвестиций в Соединенных Штатах. Человек, который ничего в этом не понимает, не знает. Точно так же, как и советовать в Украине.
в самой крупной компании здесь нефтегазовой, не говоря по-украински, не говоря по-русски, не понимая ничего в нефтегазовом бизнесе и получая миллионы долларов в год в стране, в которой бабушки и дедушки получают по 50 долларов в месяц на проживание. И все, все будет своим чередом идти, тогда будет все здоровски, конечно, и это они хотят, с одной стороны. С другой стороны, конечно, с Россией надо быть аккуратными. Это как бы мы не хотели наказать ее, как бы мы не хотели загнать ее там в угол, окружить, задушить, это надо делать очень аккуратно, что и делает Трамп. Он делает такое, потому что моментально, сразу там отключить SWIFT, как многие говорят, это сложно, это отразится на многих других странах, включая Соединенных Штатов Америки, особенно в сегодняшней экономической ситуации. Это будет иметь на многие банки как отражаться. Опять же, я не экономист, я не хочу говорить о всем как специалист, потому что я в этой сфере не специалист, но я хочу сказать, что это и отразится на экономике и той же Грузии, и той же Украины, потому что это все связано. Это не я говорю, это не мои мысли, а это мысли вот экономистов и банкиров, с которыми я говорю. Поэтому да, надо что-то делать, надо, но надо делать аккуратно. А если придет Байден, если придет это обамовская, клинтонская свора бандитов, то, конечно, все встанет на свои места, они будут продолжать заниматься коррупцией, и наша страна просто будет руководиться двумя кланами, Бушами и Клинтонами. Да. Юрий, ну, я... в лице других людей, конечно. Но это все равно будет вот эта вот соровская структура. Спасибо за ответ. Юрий, я бы все-таки хотел вернуться к Навальному и объясню, почему. Вот то, что с ним произошло, если он был действительно отравлен, как вы считаете, это произошло потому, что Путин решил, что все, мы попробовали разговорами, попробовали уговорами, теперь время действий, или это действительно вот такая, типа, как бы выстрел в воздух предупредительный для того, чтобы изменить отношение Навального, ну, к тому, что происходит там? Ну, я не думаю, что это только Навального. Этих выстрелов было очень много, и они не в воздух, а прямо в голову. И там от Политковской, да, начиная и Литвиненко, и многими, и Скрипалем, многими другими, теми, кто не угоден власти на данный момент. Тогда почему сейчас? Дело в том, что я даже знаю, что они скажут следующее. Я знаю, что следующее скажет, и они скажут, ну, это невыгодно, как они говорили про Немцова, все, говорит, это невыгодно Владимиру Владимировичу Путину, это кидает на него тень, это сразу все подозревают его, поэтому это сделали его враги, это те, которые хотят его дискредитировать, и поэтому они приносят жертву таких, как Навальный, как Немцов, как Политковская, и чтобы он выглядел плохо, поэтому это не он, это его враги, кто сделал. Это одна и та же история, которая, повторяюсь, опять, никакой фантазии, ничего нового придумать не могут. С одной стороны, но опять же, я не знаю точного ответа, это мое личное мнение, это так вот, как люди говорят, мне кажется, мне не кажется, но я думаю, что Путин не отдает таких. Ну, во-первых, он КГБшник, во-вторых, он не дурак, он прекрасно знает, как это работает. Он никогда мы не найдем приказа на бумаге, где он отдает приказ убить Немцова. Никогда, потому что его нет, его не существует. Точно так же, как товарищ Сталин или товарищ Мао Цзэдун, Пол Пат, они не отдавали таких приказов. Они там сидел Сталин, говорил, вот товарищи, там, товарищ Берия, он говорит, вот там товарищ Троцкий, он, ну, нехорошо себя ведет, оскорбляет меня там за границей. Мне же обидно, да, это нехорошо. Все, все, что надо сказать. И Берия побежал исполнять приказ. Они часто бегут впереди паровоза. Может быть, какой-то генерал, а может быть и сам Путин. Сидел, сказал Путин, говорит, вот этот Навальный, он, ну, он уже задолбал меня. Ну, что он все время придирается, что он все время меня и мое окружение обвиняет в коррупции. Ну, это же нехорошо, это же нечестно. Ребята, ну, кто-то
там, сделайте что-нибудь. И все, и побежали. Или какой-нибудь генерал сказал, чтобы мне там эту муху у него не пролетел, я вам это. И все, и они побежали. Травицкие поля побежали. Эти шавки, они бегут впереди паровоза. И думают, что они исполняют волю хозяина. Это, я считаю, что это, наверное, происходит больше так, в этом ракурсе, чем по-другому. Сейчас, конечно, страшновато и с Дальним Востоком, Хабаровске, и с Белоруссией, что происходит. Вот я к этому вел, Юрий. Страшновато, а он, конечно, фигура лидера, он фигура оппозиции. Вы можете соглашаться с ним, можете не соглашаться, можете думать, что он там проект Кремля, можете думать, что он такой же, как и Путин. Я не об этом говорю сейчас. Я говорю, что он представляет опасность хотя бы у них в голове, да, или в голове Путина, что он представляет опасность, что он может как раз возглавить и продолжить что-то, вот, и от него надо как-то избавиться. Угу. Ну, и побежали и избавляются. Спасибо. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, я все-таки склоняюсь к варианту, что Навальный – это проект Путина. Почему? Вы помните первый раз, когда... Это не вам, хорошо, он проект Путина, и что? Его травить надо, убить надо? Не-не-не. Это же отношение к тому, что он сейчас лежит в коме, не имеет никакого. Разрешите мне закончить мысль. Да, пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что первый раз, когда он его облили чернилом, ему разрешили выезд за границу для лечения. Путин не дурак, он понимает, что любое путешествие подобного человека, который открыто заявляет о своей неприязни к нему, это означает, что он встречаться будет со своими кураторами за границей. А это одна из вещей, которую можно вести двойную игру. Сейчас тоже не успел он только попасть в этот Омск с отравлением. Уже в Кремле говорят, что пожалуйста, пусть едет за границу лечиться и обследоваться. Неужели я прожил в Советском Союзе большую часть своей жизни и всегда знал одну вещь, что страна может выслать человека из страны навечно, но не послать его лечиться за границу. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Добрый. Говорите, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Юрий. Такие факты по Навальному. Я слежу за этим делом. Когда он поступил в эту районную больницу в Омск, жена прилетела, ее туда не пускали. Требовали у нее свидетельство о браке. Паспорта не хватало. Больница полна людей в погонах. Главврач, член Единой партии России. На предложение отправить безопасным медицински оборудованным самолетом в Гамбург, было такое предложение, больница документы не дает ни лечащему врачу, ни жене. До сих пор документы удерживаются, и он находится там. Вот такие последние факты. Спасибо. Интересно, спасибо, Юрий. Ну что, прошу вас. Что, если сравнить эти факты и то, что звонил предыдущий человек, тоже как бы с своими мыслями, понимаете, тут не сходится проект он Кремля или не проект Кремля. Мы никогда об этом не узнаем, если он сам когда-нибудь не расскажет про это. Но я не думаю, потому что я знаю, что мы все продукты района, где конспирологии и заговоры очень популярны. Но заговоры и конспирологии – это вещи, которые очень сложные также. Вот, допустим, я со своими детьми не могу ни одного заговора сделать против своей жены, понимаете? А вы говорите о глобальных заговорах. Это очень сложная вещь, особенно ее держать, чтобы это никуда-то не проникло. Поэтому мы, люди, которые привыкли не доверять новостям, не доверять каким-то фактам, не доверять журналистам, мы функционируем на слухах.
вот вслух прошел, вот профессор Пупкин сказал, или вот мой сосед, он там, у него племянник в КГБ знает одного полковника, и вот они рассказали, а он рассказал этому, и мы вот живем такими слухами, такими вещами. Поэтому я думаю, что это даже не важно, проект он Кремля, не проект он Кремля, хотят они его убить, не хотят, факт таков, что если ты вякаешь против Путина, ты его проект или ты не его проект, тебя задушат, тебя убьют в подъезде, тебя задушат в ванной твоим же галстуком, потому что большинство людей из нас принимают ванны в галстуке, тебя отравят в Великобритании, тебя отравят, тебя собьют машиной в Германии, тебя пристрелят на улице в Киеве, на центральной улице. Если ты вякаешь против Путина и в какой-то момент кому-то из его шавок или, из, или он сам, это покажется оскорбительным или опасным для него, шансы таковы, что тебя или убьют, или реально покалечат. Это при том, что у нас уже был один такой проект, как Михаил Ходорковский, тоже вроде бы был проект. И вот чем это все закончилось? Ну да, это поэтому проект, не проект. Человек, который говорит против Путина, против его власти, будет наказан. И неважно, где он прячется. В Великобритании, в Израиле, в Америке, в Украине, в Белоруссии. Ему, его достанут. И там, и сям, и здесь, и тут. Поэтому все мы, которые публично выступаем против путинской власти, мы все в опасности. Абсолютно. Мы все это должны понимать. И мы все должны осознавать этот риск. Согласен. Итак, Юрий, давайте мы сейчас буквально прервемся на пару минут на рекламную паузу, потом вернемся. И еще есть несколько вопросов, которые я бы хотел с вами обсудить. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь. А мы скоро вернемся. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Со мной сегодня в студии, или, скажем так, на связи, капитан первого ранга ВМФ США Юрий Табах. Ну, а номер телефона в студии 847-400-5200. Будут вопросы, звоните. Единственная просьба, пожалуйста, к вопросы нам как можно лаконичней, ну и выражать мысли тоже достаточно лаконично, чтобы дать возможность многим высказать свои мысли. Итак, у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, это Ирина из Атланты. Я хотела, во-первых, выразить свое восхищение Юрием. Я видела одну из последних передач его на каком-то ток-шоу, где он пикировался с этой Ириной из Калифорнии. У вас просто, я не знаю, железные нервы, просто восхищаюсь вами. Спасибо. Вот. А вопрос у меня такой. Я знаю, у вас тема немножко другая сегодня, но так как вы сейчас в Украине, после вот перерыва, какое у вас впечатление? То есть изменилось ли отношение украинцев к их президенту? То есть если вам не трудно, да, не могли бы вы хотя бы в двух словах сказать? Спасибо. За комплименты. Насчет этой женщины Ирины, я вам скажу, очень много, конечно, отзывов там. И там других людей иногда я на передачах, они говорят, зачем вы ходите на эти передачи, зачем вы ходите на эти каналы, зачем вы разговариваете с этими людьми. Я это не делаю, потому что мне это нравится, денег я никаких за это не получаю. Выгоды тоже никакой не получаю. Это я на это трачу очень много и времени, и сил. Но я это делаю, чтобы люди увидели, с кем мы имеем дело. Я их всех знаю уже. Я знаю, что они скажут наперед. Аргументов у них нет. Я просто хочу, чтобы мы все пошли голосовать 3 ноября, потому что иначе эти люди придут к власти, они приведут своих к власти. И чтобы вы видели, насколько эти люди неадекватны, насколько эти люди психически неуравновешены, насколько они опасны, эти большевики с этими идеями,
с которыми представляя это как за либеральные, как за открытость и за равноправие, за свободу, потом поставят нас всех к стенке. Мы это все уже знаем из истории, но почему-то мы это не изучаем. Поэтому я встречаюсь с ними на каналах, чтобы люди увидели, с кем мы имеем дело. Не потому, что мне это нравится, или я считаю это мне лично полезным как-то. А насчет президента Украины, конечно, идут большие изменения, но в этом и отличается демократическое общество от тиранического общества, где рейтинг Сталина летит вверх 100%, где Ким Чен Ун там 100%, в Чечне Рамзан Кадыров 180%, понимаете, там Путина рейтинг высокий, Лукашенко сумасшедшие рейтинги, понимаете, что это уже сразу видно, что это тирания. Тирании, когда такие рейтинги. Когда президент, как президент Зеленский, и в основном все американские президенты, это пока что это здоровое общество, где президент приходит с очень высоким рейтингом, потому что старого президента уже ненавидят после 4, 5, 6 лет правления или 8 лет правления. Он так надоел, и он все сделал неправильно. Избираем нового, которого мы любим, на которого у нас огромные надежды. Он пообещал нам всего многого. А он становится президентом, и, конечно, он не удовлетворяет нас. Это не то, что мы от него ожидали. Его рейтинг начинает падать. И это нормальное общество. И вот я хочу сказать, что это нормальное общество, демократическое, нормальное общество в Украине. Они дерутся, ругаются, оскорбляют друг друга. Ничем они сильно не отличаются ни от нашего Конгресса, ни от израильского Кнессета. То же самое президент Зеленский пришел с огромным рейтингом, огромный рейтинг, но просто даже не верилось, что вся страна антисемитская, да, кстати, проголосовала вся за открытого еврея в президенты. По-моему, это единственная страна, где это случилось, помимо Израиля. И, конечно, его рейтинг с такой же скоростью падает, потому что все надежды у многих людей, все доверие может всех удовлетворить сразу же, конечно, падает, и падает так же быстро, как он и рос. И это нормально. Это нормальное, открытое, демократическое общество, так и должно быть. И через сколько уже там осталось, 4 года или 3 года, украинцы себе изберут другого популярного человека, на которого они будут верить, которому они будут доверять, и потом и его рейтинг начнет падать тоже. Это ничего лучше пока мы в этом мире не придумали. Спасибо, другая Юрий. Опция, давайте опция, примем следующий звонок сразу. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, раз вы вот сейчас в Украине, не можете прокомментировать, что вот эта версия с Навальным, что это дело рук СБУ Украины, которая так и видит, что в России, так сказать, накакать в тарелку, извините за выражение. Только что была вот это вот с захватом российских людей в Белоруссии, и СБУ, говорят, очень сейчас сильно поднялась под американским руководством. И вот так вот навредить России, это, по-моему, святое дело любой украинской спецслужбы. Я выслушаю ваш комментарий. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, у меня нет никакой информации по этому поводу. Предполагать это все, конечно, можно. Конечно, можно сказать, что почему только под американским руководством. Можно сказать, так как президент Украины открытый еврей, тут и Моссад участвует, хочет помочь. И многое другое можно напридумывать, почему это случается в России, почему травят российскую оппозицию постоянно, или кого-либо, будь они бизнесмены, будь они бывшие КГБшники, предавшие свою присягу, травят. И это все рука, можно сказать так, закулисного правительства, да, которое управляет этим миром. Можно все что угодно придумать, я с вами спорить не буду, конечно, что это можно. Но я всегда поддерживался такой философией: чтобы России, как вы говорите, накакать в тарелку, не надо ей мешать. Если вот мы будем мешать России,
или Советскому Союзу развалиться, распасться, опустить их. Главное не вмешиваться. Они так удачно это делают сами себе, что попытка нам им накакать еще больше в тарелку только отвлекает их от какания в тарелку самим себе. Понимаете? Спасибо. Принимаем следующий звонок. Пожалуйста. Добрый день. Вы в эфире. На здоровье. Добрый день, Анатолий. Добрый день, господин Табах. Это Владимир Кейс из Уиллинга. У меня вот такой вопрос. Это не по теме немножко, но очень важно. Именно сегодня. Сегодня мы в нашем 10-м округе имеем Марк Карент, как конкурент мистера Дубина. И женщина с очень трудно произносимым именем Мария Гонзалес Макхи. Okay. Значит, они оба республиканцы. Но когда я прочитал интервью Корана Чикаго Трибюн, у меня немножко стали волосы дыбом. Мы имеем точную копию крепкого консервативного Кирка и Ромни. За них голосовать я могу, не могу себя заставить голосовать за этих людей. Но я понимаю, что Дурбан и Шнайдер еще хуже. Лучше плохой республиканец, чем хороший. Но это же будет, опять же, я просто... Спасибо, Володь, спасибо. Это наши местные... Да, ну, но я понимаю, да. В целом я понимаю. А республиканцы, у народа болит душа. Они не хорошие, а за демократа вы просто голосовать не можете. Ну, вам так скажу, что когда мы голосуем за какого-то индивидуума от одной партии или от другой партии, мы не голосуем только за него. Мы голосуем за партию, за эту. Потому что они будут часть этого конгломерата, они будут часть этой своры. И они будут голосовать так, как голосует эта партия. Поэтому вы должны выбрать для себя, что меньше зло. Вы, если проголосуете за демократа, и он хороший, но партия это все равно не очень. А если вы проголосуете за республиканца, он-то может быть не очень, но он, ну, партия вам нравится. Конечно, трудно выбрать этот баланс. Я, например, предпочитаю голосовать за партию, хотя я не... Будьте нам здоровы. На правду, да, сказал. Хотя это всегда трудно выбрать меньшее зло из двух, но еще есть у вас право не идти голосовать и не голосовать ни за одного, ни за другого. Но тогда у вас не будет, опять же, не права, а морального права. Я подчеркиваю, морального права потом говорить, что вам не нравится политика страны или штата или города, потому что вы не дали голоса ни туда, ни сюда, вы решили отсидеться. Да, спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Борис. Могу я Юрию вопрос задать? Конечно, прошу. Для этого спасибо. Вы позвонили? Угу. Прошу. Юрий, добрый день. У меня к вам вот какой вопрос. Поскольку вы частенько бываете по ту сторону Атлантического океана, в частности, в Украине. Вот проблема. Господин Путин с момента пришествия к власти однозначно шаг за шагом вытаптывал поле оппозиции, прикарманил прессу и так далее. Примеров можно проводить много. Да. Так вопрос у меня следующий. Не можете ли вы высказать свое мнение по поводу того, каким образом Россия выскочит из этого замкнутого круга? Потому что это типичная ситуация Catch-22, по сути. Угу. Спасибо. Спасибо, Боря. Счастливо. Как она может выскочить, я не знаю. Опять же, я не политолог, там я не какой-то научный, я не человек интеллектуальный, там высокоинтеллектуальный, науки какой-то. Я обыкновенный человек, поэтому я только могу наблюдать за тем, что в конце концов россияне, и неважно, кто будет там возглавлять эту страну, россияне в конце концов посмотрят и скажут, почему грузины могут там и нет, почему прибалты, эти мизерные нации, может там и нет.
почему в конце концов украинцы могут, а мы нет, почему даже наш самый братский народ в мире, живя довольно-таки хорошо при Лукашенко, там хорошие дороги, хорошие пенсии были, почему они могут, а мы нет, почему они хотят и требуют, чтобы у них было право выбирать, чтобы у них было право голоса, а не быть крепостными у барина. А мы нет. Мы что, бараны? Мы что, вообще ничего не можем? Вот это только горстка, которая там что-то вякает, или в Хабаровске, или еще где-то, которых в любое время можно закрыть. Сколько мы так можем? В сегодняшнем мире с интернетом, со всем остальным, из России будет очень сложно сделать Северную Корею. Северная Корея тоже не делалась за один день. Это забрало много лет. Поэтому я надеюсь, что в конце концов русский народ, россияне воспрянут и скажут, мы так не хотим, мы хотим быть как и все остальные, мы хотим, чтобы нас принимали за границей за людей, а не за баранов, и потребуют свободы, потребуют прав своих человеческих. К сожалению, я думаю, что это очень трудно сделать в России с ее размерами и с ее традициями, и с ее уничтоженным генофондом. Но я думаю, что когда я говорю, что Россия должна распасться на несколько частей, я не делаю, сейчас меня будут обвинять в русофобии и всем остальном. Нет, я не делаю это, потому что я ненавижу русских или Россию. Наоборот, я даже, можно сказать, я там родился, и она мне не безразлична, Россия. Я считаю, что в первую очередь это будет хорошо для самих русских, для самих россиян. Если будут более мелкие страны, они превратятся в дружеские, надеюсь, хотя я не уверен, что они будут дружеские. Там Кавказ, Дальний Восток, другие регионы России станут самостоятельными, может быть, федеративными странами. Угу. И таким образом поставить. Но, к сожалению, никогда в истории я еще не знал, чтобы дорожили свободой, если она досталась вот там бесплатно, без драки, без крови. Вот украинцы почему сейчас дорожат? Потому что они кровь пролили за это. Почему сейчас будут дорожать, и, надеюсь, у белорусов тоже получится? Потому что кровь пролили, грузины кровь пролили за это. Они заплатили цену за это. Когда Горбачев сказал им, ну ладно, нате вам свободу, идите, там гласность у вас, перестройка, идите, она нахрен никому не нужна была. Поэтому и вернулись обратно, потому что не заплатили никакой цены, бесплатно. Бесплатное, как бесплатное жилье дает вам, вы его не бережете, вам дадут бесплатное, то все. Никто не бережет бесплатное. Вот когда вы заплатите цену, тогда это будет что-то стоить, и вы будете это беречь. Поэтому я думаю, что единственным способом выйти из этого catch-22, как вы говорите, заколдованного круга по-русски будет, то это надо в первую очередь, чтобы Россия распалась на несколько частей. Окей, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите. Юрий, здрасте. Вот вы затронули вопрос, то есть Беларуси, так у меня вопрос по Беларуси. Вот сейчас были мирные митинги, которые избивали, убивали, люди пропали. Сейчас второй этап идет. Забастовка. А вот третий этап, у меня есть свое мнение, чтобы я сделал на месте народа третий этап. А что бы сделали вы лично? Спасибо. Или... Ну, сценарий много, понимаете. Я, опять же, я не предсказатель, я не человек, который просто могу только говорить из того опыта, который у меня был, или опыта, который у кого-то был, и он мне рассказал. А вот там у вас достаточно политологов, так называемых журналистов, все, которые видят будущее, вам про это рассказывают, потом случается все до точности наоборот. Я не хочу быть таким человеком. И я думаю, что есть много сценариев, что может быть. Народ на сторону народа, как в Югославии, как в Румынии, армия и полиция перешла на сторону народа, потому что они уже этого Чуческу просто терпеть не могли. Ни армия, и там только оставался секретарь, секретная эта полиция, которую они смяли очень быстро.
Такой сценарий может быть, что просто военные или вооруженные там силовики перейдут на сторону народа. Может быть, кто-то образуется. Проблема в Белоруссии, лидер как бы дал заднего, за кем они пошли, и у них нету, не образовался лидершип, не образовался вот этот костяк лидеров, как это случилось в Украине, в Грузии. И могут быть вот эти лидеры пойти к силовикам, к министрам и сказать: вы знаете, что там господин министр КГБ или господин министр вооруженных сил, господин министр МВД, вы понимаете, что сейчас вы попадете все под международный трибунал, вас будут судить как военных преступников и как Милошевича в Югославии. Вы не можете так поступать со своим народом, используя против них военную силу. Это нарушение всех конвенций международных. Поэтому переходите на сторону народа, избавляйтесь от Лукашенко, были проведены выборы, и президент не Лукашенко. Такой сценарий тоже возможен. Или сценарий возможен, конечно, бунта, когда прольется много крови, когда вооруженные белорусы начнут убивать невооруженных белорусов, и тогда уже и международное общество должно будет вмешаться в это, и много будет кровопролить. Этот сценарий, конечно, самый плохой. Но сценарий много. Я могу весь вечер вам рассказывать, как происходило в разных странах, и в Южной Америке, и в Европе, и в Америке. Ну, да. Спасибо большое, Юрий. У нас, говорю вам честно, у нас масса звонков, но, к сожалению, у нас остается буквально две минутки попрощаться. Поэтому я надеюсь, что мы встретимся как минимум еще не раз, потому что у людей действительно, людям интересно, людям... С удовольствием. Так что спасибо вам огромное еще раз за то, что вы согласились сегодня с нами встретиться. Спасибо. Будьте здоровы, всегда, и до следующего раза. Спасибо большое.